Итак, друзья, добрый день, мы продолжаем. Предыдущий выпуск получился тяжелый, трудный, трагичный. Сейчас мы никого не будем покупать, просто еще раз попробуем сыграть. Так, хотел я попробовать... Да не то это все, блядь. 4-2, где классика? Вот. Во. Так. Ну, давайте пока этот... Габи потом контракт купим. Так. Где Сентюрк? А, он тоже без... Стоп, стоп, стоп. Да-да-да-да-да. Так. Нет. Не то. Просмотр. Нет. Физическая форма мне нужна. Так. Ну нормально, да, давайте, короче, вот так матчик попробуем сыграть. Все, там уже разберемся. Нужен испанец в защиту. Чтоб все по-человечески пошло. Желательно, конечно, желательно посильнее защитника. Ну да ладно, потому что хрен его сейчас найдешь. Ну давай, соперник, мы тебя ожидаем. Небольшие изменения я внес в состав. Все-таки Сентюрка посадил я на баночку, пускай сидит, отдыхает. А Тельо на законное место, так сказать. Вот, или я еще вытащу. Против Макса Богатыря сейчас будем играть, или как-то так. Ага. Тот же самый, что ли, блять, против которого мы играли? А, нет, не тот же самый, нет, нет. Маур тренер. Ну, опять все, короче, англичане. Да, да. Опять Рами, Санчес, Азар, нападение пиздец. Ну, ладно. Макс Богатырев, 97. Надеюсь, это его год рождения. Тогда у нас не должно быть никаких проблем. Так, я не знаю, что это сейчас было. Может, Макс... Ну, может быть, нам повезло, и Макс, правда, 97-го года рождения, играть он не особо умеет. Хотя нет, вы знаете, мне чуть кажется, что он года так 2000-го, судя по тому, что он сейчас сделал. А, понятно, все, мне все ясно примерно становится про Макса. Ну да, мне все примерно стало ясно про Макса за... Ну нет, не за 3 минуты, а где-то за... Где-то за 4. Ну тогда давайте сейчас постараемся Максу набить. И чтобы он с миром и зашел. Так, я не знаю, почему сейчас какой-то... Какое-то мракобесие заставило Погбу сразу не пробить поворотом, а просто бежать вдоль них. Таким шансом надо пользоваться. Команда у него прекрасная. Подбор игроков великолепный. Вижу я, как Макс играет. Вот, но... Надо, короче, забить сейчас штучки 3, чтобы он это успокоился и пошел спокойно искать там соперников себе. Ну... Вот с этим вот любимым стилем футбола стараться обвести всю команду и нихуя не играть в защите... А, гол-то у меня опять Маратта забил, кстати говоря. Да собака. Страшная, я потащил. А кто у него на раме-то? Стоп. Что-то нет, сам не заметил. Миньоле, что ли, или... Что-то не понял по... Ну, блин. Так. Что ты... Блять, Адам, что ты делаешь-то? А, Смир Бегович. Ну, хороший чувак. Забыл, по-моему, с какой команде. Из Сток-Сити, кажется. Или из Кристал Пэлас. Ладно, неважно. Макс раздухарился, смотрите, ребят. Пасоваться стал. Сколько школьников, летсплейщиков на фифу, я не могу, а. Ладно, жал. Ко. Ну что поделать. Майсандер. Майсандер, что ты как-то это самое вышел далеко. Майсандер, ты чё врубил-то? Пеле?
Да что ж такое, все не проходит у меня этот пас. Надо дальше двигаться. Так, 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 так. Максик сейчас возьмет и забьет. Блять. Максик, ты че? Ребята, все. Забаламутились. Ну ладно, хорошо, в нападении он более-менее. Забросы хоть умеет делать, но, сука, ну в защите-то. Взорвались, и гол надо забить ему. Блять, если бы ты сейчас Серхио пропустил, если бы ты сейчас пропустил, я бы тебя это самое, все, я бы тебя посадил. Ну, конечно, на банк нет, но на банк я бы тебя не посадил, учитывая, кто там у меня сидит на банке, второй вратарь. Но то, что, сука, я бы сейчас все бабки потратил и купил бы уже Дехею, а ты бы сидел, это точно. Вон на фланге никого. Салах, давай второй. Да что ты, блядь, все в спину-то даешь, я не понимаю. Неужели так пас этот трудно сделать? А-а-а-а. Рэмси, Рэмси, Рэмси. Давайте попробуем. Чей черт не шутит, как говорится. Слабенько. Чем черт не шутит, правильно? Телью не забивает, друзья. Погба подача. Марк Бартра. Опять не забивает, или же Марк Бартра. Офсайд, офсайд, да? Не офсайд? Сука. Судья, пидорас. Ну, блин, зачем ты ложную надежду даешь людям? Ага. Понятно. Ильяич, Суарес, Мурата, Тельо, Салах, опять Мурата, выход один на один, нет, не один на один, Салах. Я, блять, вот просто я долбоёб, вот я не знаю, как себя еще назвать, а? Можно было сейчас сделать уже 4-0 по ходу и спокойно искать другого соперника. Ладно, хорошо, этот выпуск мы посвятим Максиму. Ёбаный в рот, что это было? А, блять, Погба, Поль, ты же лучший игрок у меня в команде, хоть арендованный. Господи. Ох, блять. Да, после такого только вешаться. Ну, аллилуйя, не мытьем так катанием, а? Молодец, Телью. Че, все вышел, что ли? Господи, ну давай еще поиграем, че ты 2-0. У тебя моментов дофига. Максон, ну давай, ну че ты? Давай ты сейчас замены сделаешь, чики-пуки, все дела. Ну, Максимка, ну что ж ты, родненький. Ура, Максимка не ушел, он продолжил играть, ура! Это, наверное, его специальная такая офигенная задумка вот так делать. С вратарем он, короче, типа такой крутой. Он один на один, наверное, выводит вратарем. Вот. Короче, продолжаем играть. Максимка отдает нам инициативу. Но это уже мы же знаем, что он это делает специально. А, не туда. О! Максимка, ну пожалуйста, ну не выходи. Окей. Максимка нас покинул, друзья.
За победу над Максимкой нам дали 546 монеток. Если бы Максимка остался, ему бы утроили преимущество. То, ладно, короче, бог с ним, все. Конечно, это пиздец. Опять у меня реализация хромает. Надо было 4-0 уже к 20-й минуте делать. Пофиг, выиграли, выиграли. Так, давайте еще разок, ладно. Максимка не считается, это так. Не могут быть и свои контракты закончены. Салах. Ладно, давайте, хорошо. Как бы, повторюсь, контрактные дела оставим на потом. Давайте попробуем вот так вот. Все, и как раз там уже на контракт деньги найдутся. Так, вратарь Белфорд есть. Так, 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 есть и все. Все хорошо. Сапниковый. Айленда можно попробовать за место. Ладно, бог с ним. Давайте, короче, еще найдем сейчас соперника. Так, ну теперь против мистера Славика или Сварика. ФК Шатура. Шатура. Ой, блять, вот это Шатура, это я понимаю, а. И опять состав сборной АПЛ. Ну что ж такое? Что ж вы вам всем медом, что ли, намазано? Брэндон Роджерс, тренер. Ну вот он, скорее всего, сейчас мне если не знаю. Может, мне так же, как с Максимкой повезет, он тоже играть не умеет. Ладно, сейчас посмотрим. Обычно в первые 2 минуты это можно понять. Хотя, ладно, хорошо, я пока не понимаю, но какой, по-моему, что-то этот парнишка недоброе замышляет однозначно своими этими распасами. ФК Шатура. Ёпта, у меня там дача, по-моему, у дяди. Ой-ой-ой-ой-ой. Шатура. Ну давай, ёпта, Шатура. Марата. Выход на удар. Нихуя себе. Слушайте, я не жалею, что купил этого парня. Просто я говорю, хоть тогда мой рассказ закончился на том, что мы проебали, но я вам все-таки про него рассказал. Но этот чувак, это... Ты просто нечто. Красавец. Вообще молодец, а. Но я сейчас был уверен, что, конечно, в створ-то он попадет, но то, что так попадет... Ладно, Серхио Роберто с мячом, Морено, Адам Льяич. Давай, Марат, ты еще хэт-трик оформляй. Так, Марату накрыл Сисака. Суарес. Жалко, мне, к сожалению, не удалось запрессинговать соперника. Мистер Славик продолжает делать мистер Славик большой. Мой Сандра Стерлинг оббегает как стойку, блядь. Ну ладно, это и не мудрено. Так, Суарес. Синтург. Свеженький, свеженький. Давай, чтоб пример Мараты вдохновил тебя. Шемих. Шамид. Так, ладно. Нет, 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 братан. Штефан Мойсандер, удар! Ребят, может он не Штефан, я просто тут. У меня все европейцы Штефан. Северные европейцы. Ладно, пофиг. Так, погнали. Хорошо, финтиться ты умеешь. А дальше что? Синтург. Синтург, Синтург, оттесняй корпуса, молодец. Марата. Давай дальше на Погбу. Поль. Опа. Зараза. Синтург один был, но видите, не получилось. Там защитник успел накрыть. Блять, Погба, ну что ты спишь-то? Опа, успели. Демаркос, красава. Или это не Демаркос был, ладно, неважно. Морено, давайте еще через этот фланг. Хотя нет, 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 давайте, короче, через этого. Там реактивный этот ждет нас, когда ему мяч дадут. Телью. А, у Салаха контракт закончился. Фух. Фух. Офсайд. Кабеля. Я не знаю, кто это такой, Кабеля. Де Маркос. Пас на Телью. Фланг проходится достаточно легко. Так, что придумает наш оппонент? Наш оппонент вот что придумывает. Он все старается использовать против нас тактику забросов. Нам нужно поскорее удвоить счет, чтобы Пукан не подгорал от каких-нибудь проблемных моментов. Ладно, пока левым флангом у нас удается больше. Только будем им играть тогда.
Ага, удалось больше. Надо, короче, мяч подержать, что-то я его проебывать начал, мне это не нравится. Сисоко, Мехмед. Ну вот, Демаркос, ты должен его обгонять, блядь, вообще-то. Так-то. Морено против Морено сейчас будет. А нет, они на разных флангах. Там все равно офсайдянский, не трогай мяч. Фух, наконец до меня дошло. Оказывается, они могут просто нормально близко подойти. Четверых отрезал поле. Молодец. Всю полузащиту псевдо-Ливерпуля. Синтург. Суарес. Удар. Чуть-чуть. Надо было дальше движение продолжать. Ну, Славик это самый, взял себя в руки, нормально вроде стал играть. Сначала мне показалось, что он тоже нуб-нубом, если честно. Опасные моменты постоянно создает. Ладно, Славик, ты не раздухарился, конечно, но не особо. Я тоже все-таки не просто так тебе гол забил. Погба, Марата. Ну-ка, на Морено Альвара догонит? Догонит, молодец! Только пас отдал, хуй поймешь кому. Что хотел сделать-то? Марата! Давай! Синтург! Офсайд или что там? Да, офсайд, наверное. Этот матч нам дал гораздо больше, чем там... Гол очередной Марата прекрасный. Я до меня наконец дошло, как нормально подзывать защитников. Именно нормально. Чтобы оппонент соперника отошел. Игрок. Игрок соперника. Оппонент соперника. Чё несу-то, ёпта. Вот. И чтобы наконец нормально разыгрывать мяч в короткий пас. Марата, Погба. Синтюрк. Тоненький пас, аккуратненький на Суареса. Телье. Твой, Марата. Твой мяч. Сука. Не-не-не-не-не. Это читаемо было, чувак. Славик. Хотя, ладно, это тоже было читаемо. Так, Славик это самое. Что-то нас... Не дает нам развивать атаки опасные. Но вот сейчас, может, получится. Пенальти. Ну, правильно, я корпус поставил. Я так и понял, он сейчас подкат пойдет. Так, теперь это пенальти надо реализовать. Вот тут хуй просышь. Будет Славик стоять по центру или прыгать? Ладно, давайте попробуем по центру. Вроде как пока нам эта тактика дает свои плоды. Ильяич, нет, а почему Ильяич? Пенальти. А Марат-то что, не умеет бить пенальти, что ли? Ладно, Ильяич так Ильяич. Ну, не проиграл, не продумал. Там какие-то финты начал вытворять, показывать мне руками, ногами, бей, дескать, в тот угол, да фиг с тобой, пробью тебя по центру. Как они, кстати, интересно, эти финты в вратарей делают. Чувак, пожалуйста, давай хоть ну с тобой-то матч мы сыграем, 2-0 всего лишь, все еще впереди, красавчик. А то сейчас, думал, тоже выйдет. Вот, так вот, про что я хотел сказать, как вот интересно эту хуйню делать, я тоже хочу за вратаря вытворять фигню такую. Ну ладно, у меня пока пенальти только один был. Что там, штраф? Ага. Нет, сильновато, мягко скажем. Ты не поймешь, то, блядь, сильно, то слабо. Когда как получается. Хотя в тот раз против Фенербахчи вроде хорошо положил. Я думал, все, у меня уже станет получаться. Ладно, на арене потренируюсь. Так, Синтюрк.
Марата. Опять Сентюрк. Нет, Сентюрк сейчас чуть не проебал мяч. Нам такого счастья не надо. Погба. Ой-ой-ой, жалко. Сейчас такой бы заложила. Давайте, ладно, сейчас, может, ему третьим забьем, если не пропустим. Сейчас он, может, тоже психанет и выйдет. Они тут все как в этом плане какие-то эти. Наверное, уже по-серьезному люди относятся там в третьем, в четвертом дивизионе. Так, читалось, читалось. А там все равно офсайд был. Я его контролировал уже все равно, в принципе. Так, сейчас я нарушу свою главную заповедь, подзывать того, кому ты даешь пас. Сука. Кто это, блядь? Опять. Блядь, ну на лже-замах взял Сисока, но у Сисока у него пушка, конечно. Я думал, он пойдет. Ладно, хорошо, так будет даже интереснее. Следовательно, нам надо слаженней играть и слаженней, отлаженней действовать. Почему? Что Сентюрк делает, блядь? За минуту, блядь, ну... Что ж такое-то, а? Ой, блядь, как я заебался пропускать, ну... Сука, 2-0. Ну как понять, что значит, что они расслабились, блядь, ну... Что Сентюрк делал в опорной зоне, блядь? Конечно, его там накроют, сожрут. Сука, Славик, гандон, блядь, он как будто бы... Блядь, как будто бы другой человек сел играть, а? Смотри, что с моими зонами делает. Давай. Пустил, что ли, что? Всех в атаку, что ли, пустил? Ой, ё-моё. Ну не могу на удержание счета играть просто. Вот пока не пропущу, блядь, столько же вот... Славик, а? Может, у тебя старший брат там сел играть, который побольше годом рождения? Опять я в ближний угол получаю. Я же прокачал, блядь, Серхио, но он, сука, все равно не справляется. Но в ближний ему прям хуячут. Будь здоров. Вон, увидь этот. Тельо там один. На фланге спрятался. Пульт там забыл-то. Блять, сука, успел еще. Сейчас бы еще пенальти не забил, но это вообще красота бы была. Ой, Демаркос, Демаркос, Демаркос. Ты же художник у меня. Художнище. Или как ты, кто ты там? У тебя же там тоже что-то улучшено. Чистый отбор был, пацаны. Ну вы чего? За минуту два гола, блядь, а? Играли, играли, все хорошо было. И вот тебе, пожалуйста. Да что творится-то, блядь? Фух, хорошо, разбежался. Нет, надо, блядь, в защиту. Центральную. Пиздец, как нужен еще один испанец. Может, сыгранность им это прибавит уверенность или типа того. Как ты сейчас не забил, а? Как? Чё там, замены собрался делать? Замены. А мне некого менять. Ну, Айленда давайте. Давайте за место Суареса. Айленд наелся, откровенно. У остальных у всех контракты истекли. Вот как ты? Как же так? Ладно, всё, 76-я минута. В руки себя взять. В конце-то концов. Пиздец, нет, как будто бы другой человек сел играть. Вот, бля, буду.
Так, 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 так. Да что вы себе... На жопу-то проблемы ищите. Можно просто отыграть его спокойно, но не люблю я выбивать. Ой. Погба. Сисока сожрал. Вы уверены, что он ни с кем не поменялся там креслом? С компьютером там или с чем там у него, с джойстиком, с приставкой, вот в момент, блядь, ну, перехода из первого тайма во второй, потому что, блядь, это действительно другой человек, как будто бы играет. Желтую кто получает? Матью Дебуши. Ладно, поехали. Синтург. На Морено пас. Погба, ну смотри, Погба, у тебя сколько вариантов. Поль, давай. Угу. А получил синий удар и не навес. Надо было просто ёбнуть в ближний, как вот они тут делают это все. Ну последнее касание при отборе. Ну, ребят, ну заключительная пятиминутка. Ну время подержать. Что ж такое-то, а? Чушь такая нервозная. Это концовка у меня. Да иди нахуй. Ну все, все, свисти, братан. Братан, свисти, а? Но нервы не железные. Не хочу сейчас, чтобы третий прилетел. Нет, сука, не свистит ни в какую. Фух, все. Все, этот адок подошел к концу. Настоящий адок, но как обычно у нас. 3-2, друзья. Итого две победы подряд. 3-0 в первом тайме над Максимкой. И Славик взорвался во втором тайме. Но... Ну, Марата. Ну, смотрите, что сделать человек, вы понимаете? Вот со шведки, а? Девятка. Ильевич молодец, пенальти реализовал. Потом Славик взорвался, но удалось его приугомонить. Так, сколько мы за это получим? Отлично. Так, давайте посмотрим, сколько у нас денег. Так, до зоны вылета у нас одна победа осталась. Так, 2050 монеток. Отлично. Мне нужны... Контракты. О, нет. Да, вот это. Расходуемый предмет. Качество. Золото. Сейчас нет. Давайте хотя бы это. Хотя бы давайте это приобретем. Что я делаю? Удалось мне выцепить контракт. Удалось. Сейчас я куплю себе испанского защитника. Я не знаю, к сожалению. Домингес, Флана. Хуй, вот это не поймешь. Чё главное-то? Гонсалес. Главное скорость, наверное, да, чтобы они... Бартер у нас есть уже. Тут уже по времени дохера ждать. Сан-Хосе. Скорость маленькая. У Мартинеса самая большая скорость. Но до него 10 минут ждать. Вот скорость у этого неплохая. Давайте купим, господи, чё. Почему нет? Так, ну, мы приобрели Флана из Осасуны.
опять же повторюсь, параметр скорости, ну, конечно, не грейт, но хоть что-то, ну, в принципе, 70, господи, нормально, физически 78, защита 75, отправить в текущий состав, да, вон, давайте за место Тейлора. Да-да-да, Тейлор. Тейлор в список продаж. Ну, давайте поставим Тейлора в список продаж. Чё, почему нет? Он, в принципе, нам теперь не особо нужен. Стартовая цена 150. Вы чё, ебанутые? Ну ладно, давайте за 350 купить сейчас. Давайте его, может, его кто-нибудь купит, правда? Так, теперь давайте составчик смотреть. Так, во-первых, кому надо... Блять, Пакбушель сломали. Так, кому надо применить контракт? Габи или Салаху? Салах, Габи поважнее. Так, прекрасно. Габи, Габи, Габи. Ага. Так, что там с Пакбой? Пропускает два матча. Это плохо. Так, кинь за место Майсандера. Вот за место тебя, брат, милок. Поиск в моем клубе. Вместо тебя. А, вот он, господи, Флана, проебался. Так, ну все, слава тебе, господи, нормальная человеческая. Стоп, а почему у них вот тут зелененькая? Ну ладно, неважно. Так, Мехмед Салах без контракта. Ой, Синтюрк мне что-то не особо понравилось, как он играет, если честно. Что-то вообще он уже не тянет, парнишка, откровенно. Ладно, короче, контракт я найду еще один. В общем, друзья, сегодняшний выпуск такой получился мини. Сыграли два матча. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Увидимся в следующий раз.